Италия предложила ужесточить правила для судов, спасающих мигрантов. Об этом заявил министр иностранных дел страны на встречу с главой Европарламента в Брюсселе. По словам политика, свободный въезд для кораблей способствует увеличению потока беженцев, чем успешно пользуются контрабандисты. Напомню, на прошлой неделе итальянские власти отказались принять судно с сотнями мигрантов на борту. В итоге оно причалило во французский Тулон. После инцидента между Римом и Парижем возник конфликт. Во Франции считают, беженцев должна принимать та страна, судно которой их спасло.